بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام براتي сестры. Помилуй Аллах سبحانه وتعالى. Мы сейчас находимся в Ливане, в лагерях наших братьев и сестер, которые из Сирии, которые здесь уже живут порядка 10 лет. Помилуй Аллах سبحانه وتعالى. Приехали, чтобы навестить наших братьев, сестер, как-то помочь им, иншаллах, потому что Всевышний Субханаху ва Тааля сказал: «Ватаавану аля бирри ва тақва, ва ла таавану аля ль-исми ва ль-удван». Помогайте на все благое, на богобоязненность. Верующие, они для друга, братья и сестры, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Ла юмину ахадукум, хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи». Ни один из вас не уверен до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что любит для самих, для самого себя. И верующие они братья, поистине верующие они братья, альхамдулиллах. Поэтому эти наши братья и сестры, когда-то тоже у них были большие дома, у них были квартиры, машины, дома, то жили они в достатке. Аллах сейчас по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля, они приходят жить вот в таких вот местах, вот в таких вот таких вот палатках. Альхамдулиллах, помилуй Аллаху Субхану ва Тааля, оказали помощь фонд закат, альхамдулиллах, здесь Ильдар хазратам находится в Москве, фонду. И всем братьям, которые, альхамдулиллах, также помогли, иншаллах, для того, чтобы помочь нашим братьям и сестрам. Фимизани хасанатикум, пусть это будет, иншаллах, судный день зачтется вам как из великих благ, иншаллах, увидите на чаше весов благих дел. Джазакум Аллах хайр, ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи.